Всем привет! Вы на канале Animal Park Aurora. Мы с Атомом в аэропорту Шереметьево гуляем. Ждем своего рейса. Мальчик у нас первый раз в городе. Впервые на поводке. Как и многие наши выпускники. Чувствует себя довольно расслабленно. Сначала испугался, выходя из машины. Наверное, минут 5, может быть, он боялся. Потом такой поел. И ему стало все интересно. Теперь уже машина не страшна. Он, в принципе, людей вообще никогда не боялся у нас. Вот. Иди сюда. Поэтому так. Сейчас все нюхает, исследует. Нет, туда не надо залазить. А там куда полез? Покушал корма. Сейчас надо пойти поискать воды, попить ему. Да? Как он будет? В туалет зайти, набрать или купить. С собой не взяли, что-то забыли. Кто тут сидел, Атом? Хвост, видите, не поджимает. Значит, ему не страшно. Пойдем? Атом? Пошли, пошли. Здесь парковка. Я его попыталась отмыть сегодня, он еще, наверное, не до конца просох. Вот. Но отмыть толком не получилось у нас. Да? Тихоня. Ладно, уже дома отмоют, я думаю. Сейчас еще линять будет скоро. Сейчас все волки будут линять и будут становиться лысыми. Ну, ты молодец. Пойдем. Ой, чуть столб не врезалась. Это вот к слову, что типа волкособы отличаются трусостью и еще всякие предубеждения. Если щенка социализировать и обучать, то в принципе они мало чем отличаются от собак в плане каких-то фобий. Ну понятно, что они больше боятся, более осторожны, но всему можно научить. Если щенок растет в обогащенной среде, то в принципе он ко всему адаптируется и привыкает. Вот. Что там, а люди, скажи, интересные, да? Тима хороший, ушки поджимает. Любопытно. Да? Чего такое? Машина встала? Да? Ты куда? Пойдем? Пойдешь знакомиться, а? А там. Идем. Атом, пошли. Не бойся. Пошли, пошли. Не ссы, лягуха. Я с тобою. Пойдем. Я говорю, мы приехали буквально минут 15-20 назад. Не надо это лизать. Пошли. Не, и бычки тем более подбирать не надо. Пошли. А, Том, пойдем. Пошли, пошли, пошли. Молодец. Вот, если с ним, я думаю, часа 3-4 походить, он будет чувствовать себя как дома. Да? Пойдемте сейчас попить. Найду где-нибудь. О, хорош. Пойдешь сюда? Атом, пойдем. Так, ну что, куда дальше? Тебя Гизма всего покусал, да? Пошли. Пошли, пошли. Поднялись мы таки наверх. Маска мешается. Здесь
жарко. А тебе жарко? С этому уже в грузовом терминале ждем тут, когда все подготовят, гуляем. Мальчик ведет себя в принципе хорошо, да, Тима хороший. Будем молиться, чтобы рейс не отменили и благополучно долетел. Пойдем. А то мы пошли обратно. Давай, мы тебя в туалет вообще вывели, кстати. Он покушал, в дороге не тошнило его, слава богу. Ну, покормили вот кормом чуть-чуть, когда приехали, и потом еще рубцом уже пока ждали. Да. Пойдем, красавчик. Ты мой хороший. Шерстяной бачок. Грязишка, конечно, такая, кажется. Копали что-то. Ты что ешь уже? Пить не стал, почему-то два раза предлагали воду, вообще не снег пару раз погрыз. Ну, не здесь, правда, другой. А пить не хочет. Не знаю, с чем связано, но у него там будет миска с водой в клеточке. В ящике его, в котором он поедет. Поэтому, если что, попьет в дороге уже. Ящике огромном поедет. Куда собрался? Интересно. Очень много внимания, конечно. Большой, красивый мальчик. Наконец-то попил котик. Да? Котик, бегемотик. Ты молодец. Будешь пить? Атум. Атум. Атум, иди сюда. Пеленку начал грызть, все. Сюда ехали, погрыз всю пеленку и здесь начал. Ты зачем пеленки грызешь, чудовище? Наконец-то улегся, отдыхает. Чучундрик. Я думаю, спать будет всю дорогу. Пеленки погрыз. Котик. Котик, бегемотик. Идем, чем хорош.
Хорошего пути.